Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие! Динечка, поздоровайся со своими друзьями! Привет-привет! Ну вы на каком канале? Сегодня у нас игра на память, а также на циферки. Мы будем прятать предметы, а Дениска будет искать. Вы, кстати, друзья, можете тоже с нами поучаствовать. Дениска у нас очень любит цифры, поэтому мы будем прятать цифры. У нас тут циферки от 1 до 0. Ну, от 1 до 9 и 0. И мы сейчас их разложим аккуратно на столе. Разложим их аккуратно на столе перед Денисом. Потом скажем ку-ку. Давай, подними правильно. Подними. Давай, неси на стол. Денечка, сейчас мы с тобой пересчитаем, проверим, что все циферки на месте. Давай. Не будем разбрасывать пока. Нолик, подними. Смотри, у тебя ноль упал. Ноль, да. Поднимай нолик. Положи его перед единичкой. Давай пересчитаем. Все ли у нас цифры с тобой на месте? Давай. Ноль. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Садись на стульчик. Сейчас мы будем в прятки играть. Садись. Друзья, я сейчас говорю ку-ку. Вы закрываете глазки, я убираю какую-то цифру. Вот, и вам надо будет определить, какая цифра пропала из кадра. Начнем с одной, потому что... И будем потихонечку усложнять. Давайте. Друзья, ку-ку, закрываем глазки. Закрываем глазки. Мама, помоги Денису закрыть глазки. Так, папа прячет цифру. Так, друзья, я цифру спрятал. Давайте посмотрим. Ноль у нас есть, день? Ноль есть. Один есть? Есть. Два. Есть. Четыре есть. Четыре. И пять есть. Покажи пять. Вот она, да? Есть пять. Шесть циферка есть. Семь циферка есть. Восемь у нас на месте, да? Есть. Девять тоже на месте. Так, и что получается, Денис, какой у нас цифры не хватает? Давай, 0 есть, 1 есть, 2 есть, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Какой цифры нет? Как 5? 3. Друзья, вот, Денис нашел цифру 3, у нас не было цифры 3. Давайте усложним задачу и сыграем в ку-ку с двумя цифрами, да? Я сейчас говорю раз, два, три, ку-ку, и все закрывают глазки, наши зрители и Денис. Раз, два, три, ку-ку! Прячем цифры. Все, мы спрятали цифры. Давайте смотреть. Ноль есть. Ноль есть. Один. Дениска, один. Есть. Цифра три есть. Три. Цифра четыре есть. Цифра 5 тоже есть. Цифра 6. Есть. Цифра 8. Тоже есть. И есть цифра 9. Сейчас быстрый счет. 0, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Каких цифр не хватает, Дениска? Так, 5 на месте. Какой нет цифр? Какой нет цифр? Тут ты сказал 2. Где 2? Дэн, где 2? Есть на столе 2? Или она спрятана у папы где-то? У папы 2? Двойка, Денис? Ну не стесняйся, скажи нам. Двойка у папы? Динечка? Дэн? Какой циферки не хватает? Смотри внимательно. 5 есть. Вот она. А здесь какая цифра должна быть? Как... 7. Да, друзья, мы спрятали цифру 7. А еще какой не хватает цифры? Смотри на стол. 0, 1, 3. 5 есть. 4, 5. А после 1 какая цифра? Какой не хватает? 8 есть. Она на столе. А где? А папа-то какую цифру спрятал? Денечка, какую цифру папа спрятал? 2, правильно, друзья, вот она, цифра 2.
И смотрите, такая простая игра в прятки. Вы можете играть не только с цифрами, но и с буквами, с любыми любимыми предметами. То есть это можно делать каждый день. Это игровая манера, и ребеночку интересно. Это и поиск предмета, это и запоминание цифр, игра на внимание. Вот. Но вы на нас подписывайтесь, пишите в комментариях, что вам понравилось, что нет. Мы учтем это обязательно. И в следующий раз сделаем еще лучше и интереснее. Ну а с вами был канал Baby Go. Мы ненадолго прощаемся. Денис, скажи пока-пока, друзья. Пока, Дина. Пока, до новых встреч. Ставьте нам лайки и подписывайтесь.